Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Меня зовут Андрей. Сегодня я хочу показать вам некоторые продукты от компании Яндекс. Это не реклама, хотя если вдруг чего-то кому-то захочется из этого купить, ссылочки оставлю. Это все я купил сам, так сказать, сам повелся на эту рекламу. Первый продукт — это бренд называется Комо. Вообще, как я пришел к этому, чтобы это приобрести. Я на одном сайте, по-моему, на Тинькове, нашел статью о всех брендах Яндекса. И оказывается, что у Яндекса брендов очень много. Это вот они: Комо, Джунион, Тувио, Люнен, Накорд, Растак, Прагма, Кубиц. И каждый бренд что-то вот такое делает. Например, вот Комо — это чехлы на телефоны, зарядки, наушники, батарейки, шнуры. И чего тут только нет. Мне нужна была зарядка. У меня MacBook мой заряжать стандартная есть. Этой же зарядкой я заряжаю свой iPhone. И у жены тоже iPhone. И у нас несколько зарядок. Все время розетки заняты. Я посмотрел. Цена была очень хорошая, там промокод, по-моему, был. Вот, я ее взял за 3465. Если мы сейчас зайдем в нее, она 3700 стоит. Тут вам дается 53% скидка. А так она 4244. Причем, видите, упаковка какая. Оно все в пакетике было. Упаковано как iPhone. Внутри еще какая-то карточка лежит. Как в инструменте, знаете, вот эти вот чехлы. И сама зарядка, она такая тяжелая. И одновременно можно сразу заряжать. Видите, я выбрал два порта USB-C и один порт обычный USB-A. Есть три порта USB-C. Под каждого, так сказать, есть разные варианты. Есть у них зарядки и поменьше. Я выбрал самую здоровую, она вот 140 ватт написана. Она реально тяжелая, даже когда заряжаешь все три устройства, то есть и iPhone, она не так сильно греется, как греется оригинальная зарядка от iPhone. Тут у меня, конечно, нет тестов, никаких тестеров этих, которые USB проверяют, там какой ток идет, качество и все такое. Здесь есть указано, что она как-то, видите, ватты распределяет. Если сразу 3 подключить, то она вот 65 на USB-C2 65 ватт дает, на C1 35 ватт и на USB-A 18 ватт. Короче, смотря каких, с какими вариантами подключать, она сама распределяет мощность на порты. В принципе, уже неделю пользуюсь. Я доволен. И выглядит это не какой-то шляпа китайская. Вот реально берешь и чувствуешь, что вещь. Блин, ну без этой всякой. Мне Яндекс не платил. Хотя я ребятам из Яндекса писал. Хотел, чтобы они мне там из Нукорда что-то прислали. Но ответа от них... Ну, менеджер сказал, я вернусь. Узнаю у самого Яндекса. И если в случае положительного ответа, дам ответ. Ну, неделя уже прошла, ответа никто не дал. Поэтому рекламы здесь нет. Следующий бренд — это Nucord. Nucord, как вы знаете, это бренд-инструмент. Видите, здесь и мойки, и газонокосилки, и шлифмашинки, шуруповерты, перфораторы, болгарки и лазерные уровни. Лазерные уровни — это, кстати, новинка. Вот мойки, по-моему, тоже новинка. Пилы у них. Много всего есть. Давайте вот... Я, короче, выбрал самый максимальный вариант. И, если честно, я сегодня пришел на ПВЗ Яндекса и немного офигел, когда мне вынесли такую здоровенную коробку. Я думал, это будет в разы меньше. У меня вообще есть лазерный уровень, но он простенький. Который вот эта бочка такая, самый дешевый китайский, когда-то брал за эти же деньги, за 3000. Этот же я взял, в принципе,
За то же самое. Где мои заказы? Вот 3626. 3626 тоже был промокод. Сейчас он стоит, если зайти, 4845. 4845. И тут разные есть. Это самый дорогой. Есть с аксессуарами 4 лазера, 4 линии без аксессуаров, 3 линии с аксессуарами и 3 линии без аксессуаров. Они, в принципе, этим все и отличаются. Такая вот коробка. Что тут написано? 4 луча, точность плюс-минус 2 мм на 10 метров, угол развертки лучей 360 градусов, зеленый лазер, аккумулятор 2,8 ампер-часа на 20 метров работает. Кстати, здесь же можно посмотреть и производителя. Это Wind Mobility Technology Company Ltd. Ну, понятное дело, что Китай. Вообще все бренды, которые я перечислил в Яндексе, они все как бы взяты с китайских каких-то брендов. То есть, например, там есть бренд игрушек, называется Кубиц. Кубиц. Ну, я потом покажу. Они точно такие же игрушки на том же Яндексе продаются под названием таким неприличным. Хуина называется. Вот Хуина, кстати, то же самое, чуть-чуть цвета поменяты, и хуина стоит дороже, чем кубиц. Ну и сзади лазер сам. И комплектация. Там, правда, наклейка наклеена. Ну, давайте открывать. Внутри коробки здесь очень такой качественный чехол-сумка и инструкция. Инструкция, кстати, полностью на русском языке. Чехол плотный. Его можно использовать, кстати, для переноски аккумуляторов, например. Потому что, сейчас покажу, он так на змейке отстегивается, открывается. И внутри просто ложементы вот такие вставлены. Их можно взять и извлечь. Видите, получится пустая сумка. Причем плотная достаточно. Тоже прикольно. Ну да ладно. В комплектации у нас идет зеленые очки. Ушки здесь. Поначалу кажется, что это такое, для кого это. А на самом деле они выдвигаются. Но на максимально я выдвигал как раз мне на мою голову. У кого-то, если больше башка, вряд ли они налезут. Далее идет аккумулятор. Вот такой зарядное устройство к аккумулятору. Ну, зарядка здесь, да, дешевая. Многие говорят, что это вот ерунда. Слабый аккумулятор, говорят. Долго заряжается и там на пару дней всего хватает. Ну, я думаю, вон здесь два винтика есть. Перепаять на нормальной банке тут не составляет никакого труда. Потом имеется здесь вот такой пульт. В пульте сразу же батарейки вставлены. Я, кстати, не вижу, чтобы он как-то открывался и как поменять. Возможно, где-то что-то надо будет подцепить. Переходник на штатив с большой резьбы на маленькую. Потом подставка лягушка для регулирования. Я знаю, эти подставки алюминиевые у некоторых производителей. Здесь полностью пластиковая. Есть вот такое какое-то крепление. Потом
это вот не знаю для чего. Это что-то на штатив, что ли? И есть вот такое интересное крепление на магнитах. Два магнита. Ну, в отзывах читал, что говорят, магниты слабенькие и с этой может упасть. Что интересно, здесь регулируется угол вот этой всей штуки. Потом можно ее двигать вправо-лево и крутить. Ну и сам уровень. Тоже обнаружил здесь небольшой минус такой. Вот тяжело отсюда доставать. И вот видите, сразу отваливаются ножки резиновые. Их надо будете доставать, сразу проклеить. Советую. Я уже его включал. Здесь наклейка. Она уже вот тут у меня оторвана. Давайте при вас оторву полностью. Ё-моё. Подцепляйся. Все, наклейку мы оторвали. Опять же, в отзывах ребята пишут, что уровень плохой тем, что вот он у меня один раз упал, и стекла разлетелись сразу. Ну, блин. У меня старый уровень ни разу не падал. Ну, я, кстати, не знаю, нормально это держит. Возможно, эта пластинка как раз для этого и есть. Прикручиваешь к дереву и потом вот это ставишь на магнит. Да, сумка и снизу также вот просто вытаскивается и становится, можно для чего-то другого использовать, когда он сломается. Давайте включим. Вставляем аккумулятор. И включаем. Так. Пропикало на нем сразу есть, вот здесь есть, видите, две кнопочки, они сенсорные, это не кнопки, это просто вот дотрагивайся пальцем. Также можно работать с пульта. Вертикальная 1, вертикальная 2 и горизонтальная. Раз, два, три. Убрали. Раз, два, три. Тут еще есть снизу. И яркость луча. А нет, это не яркость. Просто мигает. Давайте выключим свет сейчас полностью. Ну, что могу сказать? Круто. Для дома, мне, я себе брал для дома, а не для стройки. Дома тут ремонт буду делать. Мне просто за глаза. За 3600 рублей. Ну, мне кажется, это лучший вариант. Все, я выключаю. И давайте расскажу, какие еще есть бренды у Яндекса. Поехали. Есть бренд Комма, о котором я рассказал уже. Это наушники, пауэрбанки, шнуры,
чехлы, батарейки, зарядные устройства. Потом есть бренд Junion, это детская штука всякая, детские игрушки, детские кресла в машину, коляски, всякие вот наборы детские, мягкие игрушки. Детская комната, вот мебель, вообще детский транспорт прямо для грудных таких детей, для маленьких. И товары для творчества. Потом идет бренд Tuvio. Tuvio — это бытовая техника. Тут есть и телевизоры, кухонные машины, миксеры, грили, мясорубки. То есть это кухонная и такая бытовая, вот кондиционеры, блендеры. Кстати, кондёр вот он один остался. Кофеварки, варочные панели, духовые шкафы, фены, пылесосы. Пылесос тут есть, он сегодня был 32 тысячи, вот этот пылесос, самый мощный, самый такой вот. Он и моет полы, и сам себя убирает, и сушит, и все там делает. Потом кронштейны недорогие. Самое интересное, сейчас какая-то у них акция идет на многие товары, очень низкие цены. HDMI, кабели, стиральные машины. Вот ларь морозильный, вот за 13 тысяч можно маленький ларь взять. Электрочайники. Потом идет бренд Lunen. Lunen — это ноутбуки. Ноутбуки, они, я так понимаю, недавно появились. Пока в продаже есть только один. А вот с 1 ноября появятся еще две модели. Планшеты появятся. Так, следующий бренд идет Nocord. Nocord мы смотрели. Потом идет бренд Rastak. Это спортивная всякая штука. Велосипеды. А нет, тут только велосипеды. Кстати, Прагма — постельное белье. Кухонная всякая утварь. Это вот посуда кухонная. Уборка. Швабры разные. Сантехника даже есть, раковины всякие. О, нифига, а это шланг для душа, нарисован как. Так, даже мебель есть, диваны. И вот он, вот это вот, который Хуина, есть точно такой же бренд. А также есть эти все игрушки, они на пульте управления. Кубиц. Прикольно. И, кстати, есть еще один бренд. Вот, еще есть бренд BoxBot. Это тоже инструмент, электроинструмент ручной, снегоуборщики. Тут есть даже освещение, прожекторы очень дешевые, на 10 ватт, вот 179 рублей. Гамаки всякие, качелич, как это назвать правильно? Батуты, вот батуты. Ножики, зимние снегоуборщики, сварочные аппараты, пушки для строительства. Инструмент. Ну, это вообще прям очень-очень дешевый. Не знаю, с какого бренда, но цены тут капитально низкие. Еще один бренд называется Outstep. Пока еще нет ничего, но я так понимаю, к следующему лету появятся сабборды. И последний бренд — это Lapsville. Премиальный корм для собак. И для кошек тут есть. Короче, корм для питомцев. Кто производители, откуда берут, не знаю, чей завод. Но это тоже бренд Яндекса. Кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.